Так, мы выезжаем. Сейчас у нас сколько времени? Поехали. 11. Все, мы выезжаем в 11 на сдачу синего пояса. Пока, сынок. Пока. Помнишь, в прошлом году садил? Еда сейчас уже высадила Гришу, Женю. Всех высадила, съездила, поехала в магазин в карусель, посмотрела новогодние костюмы. Там пока еще есть выбор всяких интересных супергероев. И не знаю, надо теперь брать детей и мерить с ними костюмы. Сейчас еду, но стоянки тут вообще нет. Это все в Аполлоне в этом. Стою в пробке, зашла, глянула, там столько народу вообще, и мест нет, потому что как раз 12 часов было пиковое время, когда родители уже и первой группы, простите, закрыла чуть-чуть, и первой группы, и второй собрались, то есть там машин было очень много, и сейчас вся первая группа, белые, оранжевые пояса на выезд едут, и здесь даже пробка на светофоре, на вечном огне. Так что вот стою в пробке. Знаете, куда? За детьми. Сейчас поеду, заберу детей. Мы с ними выберем новогодние костюмы здесь, в Динской. И потом я их опять отвезу домой и приеду опять в Динскую за Гришкой. В общем, у меня такой марш-бросок в Динскую. Так, я уже приехала. Довга или хуторянка я называюсь? А ты как называешься? Зоя Кривовяз. Зоя Кривовяз называешься? Мы тут уже подкушали Зои, да? 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Это что, ты до 100 посчитал? Давайте тогда в 3 часа поедем за костюмами, хорошо? Ну, а Марго тут с причесочкой, да, Маргош? Антоша тебе сделал красоту такую. Ты умеешь, да, делать это? Ну да, это легко. Все волосы в косах. В хвостиках. Хвостики. Вот эти я сделала повыше сделать. А то здесь уже низко они будут. Угу. Коля, ку-ку, ку-ку. Уже что, днем у рыбу можно есть, да? Да, с года, да? Ну да, до года ж нельзя. Да. Так, а теперь тут у Коли есть палатка, да, Марго? Что ему еще можно после года делать? Да и уже все, практически. Ну, есть каши, если что, с 12 месяцев, да? А я не знаю, родня. Есть же каши с 12 месяцев? Не знаю, есть. Ку-ку. Пока-пока, Коля, Коль, пока-пока. Да. Ладушки, ладушки. Пока-пока. Скажи, ты умеешь, Коль? Воздушный поцелуй. Некогда там. Так, мы приехали в магазин, да? Карусель. Сейчас будем выбирать костюмы. Пойдемте. Антоха выбрал пирата. Джек Воробей, да? Угу. Ага, его, давайте, видишь? Да. Ну вот этот, да, Антоха? Глянь, какой ты красавчик. Теперь у нас сумка через плечо. Вот так. Вот так через плечо сумка. Такой я. Ну и вот это на ноги. Да, это мы потом оденем, да? Вот это. Ну, да. Как бы вот так заправить и сверху вот так одеть. Ага, ну и прям чтобы штаны туда. Потому что штаны-то эти не нужны. Да, да, да. Свои одеть какие-нибудь. Да, штаны могут быть любые, да. Да, там их видно чуть-чуть. Угу, если отлично. Если неудобно, я... свои штаны. Тебе нравится? Мне нравится. Класс. Да, мне тоже нравится. Давай возьмем? Да. Так, все, мы вышли с магазина. 2800 за два костюма отдали. Вот у нас такой спайдермен будет. Крутой. Кому? Да Гриша сказал, он же будет без костюма. Так, посмотрим. Ага. Я покажу свой танец. А он показывал карате. Да. А ну я... карате там какое-то. Да. А я что?
А ты стишок выучишь же? Нет, он может... можно в конкурсе, я придумаю. Я же так и не сделал тот конкурс. Где я его станцевал, я его сделал. Афоня занят. Афоня, тут интернета нету. Тут нету интернета. Чешек? Ну да. Крутой прыжок, да? Доволен? Да. Хорошо. Все, давай тогда переодеваемся. Мы дома. Нежные костюмы мы нашли. Да, дома. Что? Афань, ты тоже побежал? Да, я бомбезный. Не бомбезный. Бомбезные? Да. Все, дети, выходите. Опа-на! Супермен, а ну так пробегись. Все, улетел. Ну танец какой-нибудь. Да любой. Как у Джека Воробья? Да. Прикольно. Ну как тебе, пап? Прикольно. Нравится? К Новому году готовы? Надо глаза нарисовать ему еще это. Ну да. А какие это у него глаза? Ну у него как крашеные. Ну посмотри. Он, да? У него как и кровь вот такая чуть-чуть. Угу. Еще да. И кровь тебе? Не кровь, а капля. Это, ну татуировка. Да. Да, мне надо тут. Ну, хорошо, Афоне ничего а не надо. А у него здесь, он весь синий. Кто? Нет, он супер. Афоня, гля, какой классный. Него... Прикольно. Я себе прикольные костюмы. Мне понравились вот эти волосы. Ну да. Вот эти... Нет, поверни. Там Зай, ты нормально надел шапку, скажи мне? Нет. Вот так подойду. Подойдет, пошли. Мы сейчас еще едем на Красную площадь. Да, там... Приехали мы на так, Красную выходите, площадь. Наверное. Сейчас, да. Все, мы пришли на Красную площадь. Тут такая красота из шариков. Тысяч. В общем, очень много шариков. Да, очень много шариков. Ну, на какие-то специальные шары, да, шарики? Ну, они все равно так видно немного подспустили, да? Ну, красивые, да, вот эти особенно? Избушка, да. Нам баба-яга зимой. Да. Это Дед Мороз. Пошли сейчас сюда, Гришуль. Дед Мороз почти закрыт. Да. Пошли. Сейчас мы в Фонде идем. Будем выбирать папе футболку. Пап, выбирай. Так это только мне? Нет, и тебе, и детям. Я же себе взяла футболку. Не я бы такую. Ну давай, смотри. 2XL. Да. Ну не надо руками, сынок. Сейчас папа найдет. Так. Выбрали футболку Афоньки. Я посередине. Нет, я посередине. М-ка.
Элка. Элка. Я посидели. Икс. О, два. Есть? Круто. А ну-ка, подожди, приложи мне, интересно, она не сильно, а длинная? Нет, нормальная будет по длине. Хорошо. Попозируй еще. Вверх-вниз так попозируй. Вправо-влево. А, вот так? Я вот это. Все, берем. Ну, все, берем, да. Не, не надо. Гриш, только куртки папе отдайте. Да? Да? Так, пошлите, мы сейчас с Леонардо идем. Идем, да? Гля, у него нос и глаза, конечно, жесткие, да? Ну что, пошлите? Конечно, кому приятно, когда снизу фонтан подбивает. А тебе еще не такие глаза будут. Точно. Афонь, покажи, что. Мы, короче, зашли в Макдональдс, купили все по интернету. Ну вот, как там можно оплата картой. Я, получается, купила безнаполнительно просто игрушку за 80 рублей, Афонь. Покажи. Человек, а, такой синенький человечек. Это Человек-паук и что там на кельке. Да? Я себе взяла крошку картошку с красной рыбой. Вот такой вот их морс ягодный. Чизкейк. Афоник пиццу. Он выбрал пиццу, да? А папа с мальчиками еще пошли в Subway. А папа учит мальчиков собирать пока что не велосипед, а Subway. Subway пока собрали. Да, ты с чем собрал? Ну смотри! А подожди, Антоша с чем? Антош, ты с чем? Ой, да, Антоша. Антоша с ветчиной, да? Нет, а Гриш? Не только. Да, а Гриш, а ты с чем? Горох? И что? Я с оливками. И сосиски у него там. Да? И колбаса. Покажи, мы наклеили наклеечки. Покажи. Да, покажи, вот я посмею. Да, я посмею. Да, вот такой вот человек-паук. Что, выдвигаемся? Да. Афоня, на, держи. Так, а где коробочка? Антош, а где коробочка? Давай туда все сложим. Подожди.